Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня обзор головоломки про котиков, которая называется Hello Cats, а по аналогии там Hello сосед там и так далее, да? Итак, обучение. Нам нужно нарисовать какой-то предмет из серии вот, да, нарисуй предмет. А помоги котику. Что ему нужно сделать? Просто упасть. Помогаем. Рисуем квадрат. Кот падает. Так, нам нужно ему упасть помочь? А зачем ему? Ему что, по приколу? Ладно, посмотрим. А, удерживай, в общем, здесь мышку. Для того, чтобы нарисовать круглый предмет, да? Или, может быть, мы... А, это мы возвращаем, наверное, котика к хозяйке, да? Видите, она его сидит там, гладит. Ладно. А ты не можешь рисовать здесь, то есть там типа вот, да, ну как бы не могу сюда нажимать, там красно, поэтому могу рисовать вот здесь, что угодно. Но смотрите, котик умирает типа от жажды, да, нам нужно помочь ему напиться, а для этого нам нужно повысить уровень воды в этом емкости, вытеснив ее какими-то предметами, вот вы поняли. А я нарисовал пару предметов, и котик смог спокойно напиться. Так, нажми вот такую, типа, стоп, неправильно, нарисуй, да, нарисовал, и что, а теперь сделай, типа, вот, да, такой вот мячик или шар или круг, и котика мы вытолкали за экран. Ну, это, в принципе, легче, да, когда его нужно именно вытолкать. Ой-ой-ой, смотрите, он тонет, да? Нам нужно как-то ему помочь всплыть, что ли? Или наоборот? Что нам нужно? Он сейчас, по-моему, утонет, да? Если еще пару таких этих... Вы видите, реально он сейчас утонет. Бедный котик, прости меня. Или, может, нужно было что-то нарисовать такое, чтобы он, типа... А, получается, предмет нужно обязательно, чтобы был завершен. И что тут получается? Подсказка, типа дали бесплатную подсказку, да? А, смотрите. Можем нарисовать кружок. А, он разбил этот емкость с водой. Прикольно. А нам дали какой-то сундук. А что в нем? Ай! 200 рыбок. Но рыбки, я думаю, это не круто. А здесь вообще есть множество скинов этих котиков. А, так, нажми круг. И что, он взорвется? И котик наш упадет, попадет, в общем, к хозяйке. Бедный котик, мне его уже жалко. Вот как мы типа бади там били, да, так вот здесь котика бьем. Получается, здесь тоже вот мы взрываем динамит. Он бьет шарик, это мы уже знаем, разбивает емкость. Котик наш вылезает наружу. Так, а это что у нас получается? Нам нужно его... Смотрите, как сделать, я уже понял. Оп, все, дали ему пинка под мягкую точку. Прикольно. Пока везде 3 звезды. Так, нам здесь получается нужно что сделать? Наверное, нарисовать шарик. Вот так вот. Он взрывается, котика выбрасывает вообще. Я не понимаю, почему выбрасывают его за пределы, как бы, поля. Ну, ладно. Так, а здесь вот, видите, опять его мучает жажда. То есть нам здесь можно нарисовать какие-то большие предметы. Вот так вот, кстати, раз, сразу уровень воды подняли как раз как нужно. Котик напился. То есть пока все просто и несложно, скажем так. А, собирает 3 звезды. Потом для этого нужно нам словить кота. То есть то, что мы его за экран выпихиваем, называется, типа мы его как бы ловим, да? То есть хозяйка типа его возвращает домой, ловит его. А потом используй определенное количество этих форм, ну, предметов, которые мы рисуем, и вложись во время. То есть у нас до этого было обучение, а теперь вот как бы, грубо говоря, мы уже должны использовать. Так, нарисуй круг вокруг ракеты, да?
Ой. Не сильно хороший круг, конечно, был. Но, в общем, мы один предмет использовали и во время вложились. 3 звезды. Так, а что это за колесо фортуны? Ой-ой-ой. Я не знаю. Давайте пробовать. Время у нас-то идет. В общем, все получилось. А, вот и правда колесо фортуны. Давайте его повращаем. То есть такое, как у нас было, только еще раз, да? И сейчас опять нет. Коробка. А что в ней? А, получается, видите, мы новых котиков открываем не целиком, а по кусочкам. Вот у нас уже кусочек одного показался, да? И что теперь? Можно, типа, за рекламу еще котика получить там и так далее. А у нас есть какие-то еще задания, получается, или что, да? Нет, это просто 30 котиков мы можем открыть. Редкие там, обычные и специальные. Ну, я думаю, когда пройдем все уровни, то, конечно же, мы откроем. Так, а здесь нам нужно очень постараться. А как же это сделать? Ракета, видите? А, ну, все правильно. Нам раз подсказали, как ее запускать, все. Теперь все действует. То же самое здесь, да, можно вот, а если большой круг сделать, ей не будет слишком тяжело. О, да, конечно, тяжеловато, но все равно получилось. А я не буду смотреть рекламу. А мне и так, я думаю, хватит монеток. Итак, слови котика, используй лимитированное количество предметов и так. С помощью вот этого вот какого-то водного шарика, да? Получается, вот мы рисуем треугольник. Он, наверное, лопнуть должен, да, шарик? Смотрите, или что он? Ой. В общем, он не лопнул, он поджег этого котика. Как это произошло, я, конечно, не знаю. Но какие-то подозрения у меня все-таки есть. А, ну, тем не менее, 3 звезды получено, остальное это уже не важно. А, вот я даже внизу ни разу не смотрел, что это у нас 17 уровень уже. А я думал, как же уровни считаются? Так, а смотрите, как нам здесь попасть именно в котика? Ну, говорят, нам типа подсказку возьми. Просто нужно, наверное, знаете что, потяжелее такую штуку нарисовать, чтобы ее придавило. Помните, как мы в прошлый раз... Ой. Повтор. Вот, типа такую большую, да? Вот, видите? И без всяких подсказок я обошелся. Так, а у нас вот какой-то штрих-код. Как его стирать? А, Lucky Card и Dream Card, да? Ну, пускай будет Lucky Card. Вот, мы еще один кусочек пазла собрали. Можно за рекламу, конечно, еще один получить, да? Не хотела ее смотреть, как бы, но рыбки рыбками, а вот все-таки какой-то... А, то есть я тут просто получил опять в Dream Card 199 рыбок. Не сильно густо, скажем так. Идем дальше. А, 18 уровень уже. А у нас здесь две ракеты. Зачем нам две ракеты? Одна получается... А, типа выбрать какая правильная, да? Ну, естественно, верхняя правильная. Вот так мы толкаем, котик наш выходит. Если бы нижнюю толкнули, возможно, он бы, ну, не вышел бы. Мы бы его не словили. Так, уровень 19. Вот здесь то же самое, да? Если мы правую используем, то... Хотя здесь уже можно два предмета использовать. Получается, смотрите, если мы так вот сделаем, то эта штука что, не достанет? Ого! Наверное, все-таки подсказку лучше использовать. Вот, допустим, да? Полетел. А теперь так. А, вот, точно. Эта же ракета толкнула. В общем, я понял все, да? Я думаю, тоже вы все увидели, поняли. Почему нужно было именно так, а не по-другому. Так, нам нужно использовать вот этот вот шарик. Котик, я не пойму, что он делает. У него что там, сопли какие-то, они птекли, они эти. Почему мы его поджигаем? Ну ладно, здесь все, что нужно, просто попробовать втолкнуть так вот, да?
почему огонь? Это типа он просто от ярости, наверное, такой. Мы ж не могли поджечь своего котика. Ну как-то вот так вот. Я думаю, 20 уровней. А здесь есть вообще количество уровней там какое-то там или что-то еще? Сколько их вообще всего здесь? Было бы интересно узнать. А, ну я думаю, это можно узнать из наших следующих обзоров, если они будут. А также можете самостоятельно скачать это приложение. Ссылочку я оставляю в описании к этому видео. А не забывайте подписываться, советовать интересные игры для обзора и оставаться с нами. Пока-пока, до новых встреч!